Это карта-центр. Самая непопулярная карта среди любителей ПВЕ. Но одна из самых популярных среди мега-трайбов на ПВП-серверах. Самые большие базы, самые хорошо укрепленные пещеры находятся именно здесь. Да-да, Айленд со своей Ice Cave находится на втором месте. А на первом месте ледяная пещера на карте центра. Именно по этой пещере мы решили нанести свой первый удар. О, нифига себе, пацаны уже здесь дот собрали. Ух ты. Так, патронов там побольше. А там что? О, там уже полноценный рейд идет. Вот это да. Вовсю разряжают и пушат. Так, нужно определиться. Нужно разведать обстановку. Посмотрим, что тут есть. Конфетки. Попить, покушать. Но, судя по всему, рейд идет уже достаточно давно. Потому что очень мало брони. И никто чинить ее не хочет. Так, а здесь что? О, та же самая картина. Так, ну давай соберем. Соберем все, что есть. И пойдем на разведку. Не терпится уже заглянуть. Как там обстоят дела? Так, вот здесь еще какую-то броню, может быть, доберем. Так, 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 ага. Блин. Попить. Попить тоже нужно взять обязательно. Без этого никак. Самое главное на каждой войне. Это что всегда было попить и покушать. Так, шлем здесь есть. Патрончики, супчики. Блин, остальной сет-то бы где-то добрать бы, а? Ут. Блин, напугал парась. Я уже думал, за это время нас так сильно отпушили. А нет, это наш парась. Так. Штанишки, ну какие есть. Ну вот, уже что-то. Блин, все время забывает включить скин.
особенно если танчит большая черепаха. Так. Ну, надо менять броню. Ну, давай еще посмотрим. Интересно, сколько там патронов в турках? Ну, я думаю, если это мега-драйв, значит... Значит, там все забито по полной. Кого-то убили. Лео убили. Вот это да. Кстати, мы рейдим трайб VTF. Это очень огромный трайб. VTF это, ну, союзники MDLM, Booty Boys, VSS и еще многих-многих трайбов. Но я думаю, этот трайб очень огромный. Ну и нас посмотри. Нас тут тоже немало. 25 человек. Максимально возможное количество. С нашей стороны часть трайпа CBC и часть трайпа GT7. Как-то так. Так, ну, что там? Дальше будете разряжать? Или нужно... Кто тут главнокомандующий? Главнокомандующий тут, по-моему, лаг игры. Блин, очень сильно лагает. Так, пацаны решили пушить поросями. Черепаха уже все, что ли? Или что-то в ней не понравилось? Ну, хотя поросем, я думаю, да, поросем можно, в принципе, попытаться подбежать прямо под дот и взорвать его. Это здесь делают очень часто. Первую ступень защиты именно так и пробивают. На поросях забегают прямо в дот и взрывают его. Но будем ждать. Там нам с тобой сейчас делать нечего. Там, смотри, какая там жара идет. Так, ну давай пока постреляем. Пиу-пиу-пау-пау. Это всегда ж прикольно. Что еще делать? Стой да стреляй, пока пацаны занимаются делом. Так, ох-ох-ох-ох-ох. Очень опасно. Ракеты противника пошли. Сбивают наши коробочки. Ой-ой-ой. Блин. Каким вообще образом? Ну ладно, допустим. Пока мы сильно-то не продвинулись. О, щит. Блин, щит это плохо. Сейчас будем что-то думать. Сейчас я, наверное, пойду за своим тиранозавром. Но раз наш враг раскрыл тег-щит, значит, дело пахнет керосином. Сейчас мы его обрушим. Только надо сбегать. Скорей. Блин, элементы бы где-то тут раздобыть. Элемент-то хоть есть? Элемент есть. Пошли в атаку. Я пришел, пацаны. Дайте мне дорогу. Видишь, перед Рексом даже гиги отступают. Так, щит, сейчас, пацаны, секундочку. Блин, черепаху бы может убрать. Все, пошла жара. Так, черепаха, блин. Ну ладно, буду вот так стрелять. Ну, поехали. О, отлично, вот так. Сейчас мы им этот щит-то сломаем. Есть. Они выключают. Гига пошел. Всадника есть. Всадника. Блин, какой же живучий у них там всадник, а? Так, элемент закончился, пацаны. У кого есть элемент? У меня больше нету. Я сваливаю за очередной порцией элемента. Без него мне никак. Так, ну, чуть-чуть, блин. Забываю постоянно, что он с инвентаря. Чуть-чуть элемента удалось накрафтить. Ну, пошли снова в атаку. Так, что у нас черепаха отходит? На замену? Ладно. Блин, дайте пройти-то, а.
как меня бесят вот эти лаги, вот эти застревания. Вроде бы прошел, потом возвращаешься на исходную позицию. Так, с пивом танчить, конечно, гораздо лучше. Не так опасно. Но нифига не видно. Блин, вообще нифига не видно. Но по куполу, я думаю, не промажем. Так, челики там бегают. По ним тоже постреляем. Блин, как классно с Текрекса стрелять. Прям вообще одно удовольствие. Главный элемент бы еще не заканчивался. А он у меня закончился, пацаны. Все, я отхожу. Дайте мне еще элемент. О, спасибо. Спасибо. Блин, страшно-то как, а? Сейчас лаганет что-нибудь. Вообще нифига не вижу. Вообще нифига не вижу. С этим пивом, конечно, безопасно, но не видно нифига. Реагирую только на движение. Блин, ну что, дальше-то танчи стрелять или что? Блин, сколько турок-то, а? Так, буду вот так вот определять местонахождение турелей. Реально нифига не вижу. Там столько всего стоит. Буду, короче, стрелять во все, что движется. Так, и чё, где враг-то? Чё никто не бегает? К доту я близко подходить не буду. Страшно, блин. Да, запускайте. О, отлично. Дай мне чуть пройти. Чуть-чуть не оставь место для прохода. Пока ты танчишь, я буду стрелять. О, блин, Ютик, ты вообще здесь не в тему под огонь стал. Спасибо. Все, во. Вижу. Ой-ой-ой. Блин, все, отходим. Отхожу. Они кряподят, гик. Они сваливают. Вот это поворот. Нифига себе. Враг сдается, что ли? Гигу одного слили, второго не успели увести. На Ютике тоже вроде никого уже нет. О, пиво отпустило, нормально, все видно сразу. Так, ну без пива тут вообще уже не вариант. Все, пацаны, я отхожу, у меня кончился элемент. Давайте на смену. О, спасибо, о. У меня, правда, есть свои, но все равно спасибо. Огромное спасибо, о, принес мне хилок. Сейчас мы по-быстрому отхилимся и будем искать дальше элемент. Блин, еще и покушать бы надо найти, а? Сейчас, скорее. Блин, вот так вот на рейдах дольше бегаешь. Что покушать, то сменить броню, то еще что-то. Все время проходит в этой беготне. Так, во, есть. Попить, покушать, все есть. Отлично. Так, все я забирать, наверное, не буду. Или все забрать? Нет. Так, здесь ничего нету. Штаны я взял, все, можно опять. Можно опять переходить в наступление. Ой, блин. Ну все, погнали. Вот там мне подмога. Мне что-то он отступает. А вы что все убегаете? Тоже элемент кончился. Коробку еще сломали на поросе, а? О, блин. Ну дайте-то хоть пройти, а? Дайте пройти, пострелять, потанчить. Два рекса заряженных. Вперед, давайте. Пошла жара. Блин, как бы самому не огрестись, а. Блин, элемент кончился. Ё-моё, из-за лагов это не сразу понимаешь. Дайте назад пройти. Дайте свалить. Фу. Выбрался.
Еще огромная проблема всегда на рейдах. То, что у тебя быстро кончаются все запасы. Так, а это еще кто? Свой, чужой? Кто такой? Блин, может быть это наш друг? А может быть это друг нашего врага? Походу это наш враг. Раз пацаны перешли в наступление. Блин, на Кицале-то его фиг поймаешь, на Рексе тоже. Чисто шпионит, походу, проверяет, какие у нас тут силы. Пацаны его отстреливают. Да, это был шпион. Ну я хоть... Дайте мне тоже шмальнуть. Блин. Вот так. Все, я нашел элемент. Буду еще раз танчить. Ждем, когда освободится место. Первый дот рухнул. Блин, велик. Офигеть тут. Еще не все турки. Пацаны, вы че? Говорили, что первый дот рухнул. Сейчас мы это быстро поправим. Ай, парась, не лезь. Без пива-то туда лезть неохота. Велик, уйди. Ну все, теперь в первый дот точно пал. Начинаем танчить второй. У меня очень мало элемента, и больше я не знаю, где его найти. Походу, он кончился. Надо идти за новой пылью. А, Гига боится, не подходит. На, лупит, конечно, второй дот не слабо. А, Гига, стреляй по Гиге. Блин, какие лаги, а. У тебя что, элемента нет, что ли? Нет, есть, а вот у меня уже нет. Блин, надо было сбивать Гигу из-за этих лагов. Фиг поймешь, а. Ой-ой-ой-ой-ой. Уходим. Нам нужна какая-то другая тактика. Либо тяните время, мы пойдем за пылью. Враг напал сзади. Вон, хорошо, что у нас тут кто-то остался на стрёме. Пацаны перехватили врага. Так, ну я туда не полезу, наверное. Хотя это наши гигантозавры, но все равно. Ну его нафиг. У меня Рекс очень дорогой. С хорошим седлом. Я туда не полезу. Есть элемент. У тебя еще есть? Да у меня есть, просто, блин.
то просто невозможно высунуться. Просто вот так вот сидишь, и невозможно показаться из-под укрытия. Нашего парня на Рексе убили. Отводим. Отводим. Не, у них пошел там Тек Рекс, походу. Убейте всадника, пацаны, стреляйте по всаднику. Блин, как же они бахают, а? И вот он засел вот здесь вот в мертвом газбаксе. И бахает. Блин, что же делать, а? Вообще опасно выйти. Кстати, да. В данном случае мы назвались VSS. VSS — это друзья-альянсеры BTF. Я не знаю, кто так назвал наш трайб. Это вопрос к ним. Но мы типа под VSS-ом рейдим BTF. Как-то так. Снайперы и эмботы не дают прям... Покоя не дают. Слышишь, как лупят по нашим заборам? Остается только вот так вот наблюдать и смотреть. Парась против Тека, они ему сейчас всю коробку разломают. Блин, вообще нереально выходить. На, там турки-то полные, танчить долго, нужно идти на прорыв. Танчить мы тут будем, блин, до пенсии. Снайперы вон сидят. Только на прорыв, пацаны. Блин, они начинают пушить. Так, попытка пушинга прервана. Не удалось им нас запушить. Какой огонь, а как же шмаляют. Я боюсь даже по поросю выходить стрелять. Так, что-то там сломали. Наши им что-то сломали. Убрать бы оттуда гигу, и можно идти на прорыв спокойно. Блин, смотри, как лагает, а? Вот как воевать? Как играть вообще? Парась ушел, парась пришел. Танчат трайком. Так. Что там? Ой-ой-ой, как лупят, а? Смотри-ка. Так, минус один у нас. Блин, еще и камера трясется. Они нас пушат, они нас конкретно пушат. Пацаны, скорей! Скорей, нельзя позволить им прорваться. Нельзя позволить им разрушить наши турки. Скорей все сюда, скорей! Нужно держать эту позицию до конца. Ну что ж, на сегодня это все, зритель. Продолжение этого рейда ты увидишь в следующей серии. И я думаю, она будет намного интересней. Почему? А потому что в наш конфликт вмешается третья сторона. Кто именно? Это ты увидишь в следующей серии. Так что подписывайся на канал, если не подписан. И не забудь нажать на колокольчик. С вами был Keep Games. До следующей встречи. До следующего рейда. Пока.